том числе поощрял их агрессию против России. Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же, при поддержке Запада, часто и по прямому их указанию, перешел к террористическим методам. Это обстрелы мирных городов, покушения на представителей власти и общественных деятелей, попытки вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России. Итак, мы продолжаем, по сути, экстренное продолжение нашего пятничного эфира в теракт, судя по всему, теракт. Теракт. 60 people believed to be dead and more than 145 injured after terrorists opened fire inside a crowded concert hall in Moscow. Russian state TV reports the gunman first opened fire with automatic weapons, then threw a grenade or an incendiary bomb. Meanwhile, security has been stepped up here in the Russian capital at key installations. So, for example, at airports, at railway stations. Of course, questions are already being asked, Clive. How was it possible for armed men to get into a very prominent concert venue where there were potentially thousands of people attending this concert? Для расследования нападения была создана группа безопасности. Группа изъяла записи камер видеонаблюдения и все улики. Кроме того, Россия потребует проведения заседания СБО и ЕС о осуждении теракта на международном уровне. Two weeks ago, the US put out this public warning of intelligence that extremists could be planning an attack in Russia, targeting concert halls and public places. Директор ФСБ Александр Бортников, встречавшийся с Путиным, сообщил, что арестованы 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно причастных к теракту в Москве. Кроме того, в выходные в Москве были отменены все мероприятия. There's no indication at this time that Ukrainians were involved in the shooting. But again, this just broke. We're taking a look at it, but I would disabuse you at this early hour of any connection to Ukraine. Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir. Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По-перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною. Прецеденти, коли використовувалися ті чи інші теракти проти своїх громадян, Каширське шосе, наприклад, Норд-Ост, наприклад, для виправдання тих чи інших наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse, onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm. Все эти попытки провалились. Я хочу в этой связи вот на что обратить ваше внимание. Вот когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно, поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились.